Огромный привет всем, дорогие друзья, с вами Натянуп, и сегодня я бы хотел вам рассказать о такой фишечке, об экономии, как же экономить миллионы, дорогие друзья, если вы играете часто на голд-расходниках. В общем, кто это знал, тот молодец, ну а кто не знал, тому это очень сильно пригодится. Итак, вы ждете или случайно там находите акцию, видите, что в принципе у вас скидка на камуфляж, на все надписи и так далее, но самое главное, это скидка не только на покупку техники, но и 50% скидка на снаряжение, как за золото, так и за кредиты. По-любому вы все используете снаряжение за кредиты, ну а за золото тоже у вас хотя бы автоматический нетушитель, но стоит. Но иногда, вот, допустим, я здесь заряжаю чисто голд расходники. И как же на них экономить? То есть сегодня у нас до 3 марта будет 50% скидка на них, заходите в магазин, дальше выбираете снаряжение, тыкаете всей моей техники и закупаетесь. Допустим, малорекомплект. У вас там его мало. Но по-любому, кто не догадывался, у того по-любому мало. То есть нажимаете на него и выбираете, сколько закупать. То есть можете сразу сотку закупить. И вы задумаетесь, какая это экономия. Она будет лежать у вас на складе. Вы будете кататься. И вы сэкономите в два раза. Ну, точнее, половину от того, что вы потратили. Вы сэкономите, то есть если бы ничего не закупали, соответственно, вы бы потратили на 100 штук примерно, если здесь мы на 50 штук, на 100 штук, точнее, половину стоимости тратим 150 тысяч, то там мы потратили 300 тысяч. Вот задумайтесь над этим. Но самое главное, на чем реально можно экономить, или же просто переводить деньги сюда, а потом в любое время, когда акция кончится, вы сможете вернуть их обратно, это закупание голд-расходников, любых. То есть вы закупаете их сейчас в два раза дешевле, чем они стоят. Тоже, допустим, 100 можете их закупить, это миллион. Ну а потом, когда акция кончится, а вам вдруг нужны будут деньги, вы также сможете за миллион их продать. Вернуть их обратно, вернуть себе деньги, если вдруг вам это пригодится. Но, по крайней мере, если вы часто катаетесь с голд-расходниками, эта фишка вам, ну, просто пригодится. Это реально, это такие деньги экономит, когда вы закупаете. Видите, у меня вот 209, 207, 130 я себе закупился. То есть надолго мне хватит. И я вам это тоже советую сделать. Также можно и закупать и голд снаряды. То есть здесь все достаточно просто. Также можете снаряды, тоже снаряды нажимаете всем орудием. Ну или же конкретно танк выбираете, чтобы вам было проще. То есть и покупаете прем снаряды, если, допустим, на них есть скидка. Но пока что на них скидки нет, поэтому нет смысла закупать. Я думаю, вам эта фишка пригодится. Кто случайно попал на это видео, подписывайтесь. Ставьте обязательно лайк, оставьте комментарии, знали вы или не знали об этой фишке. Пишите вообще, помогает она вам, сколько вы экономите, делитесь своими мнениями. Всем удачи в боях, смотрите плейлисты, ссылки на которые, точнее аннотации, будут в конце этого видео, чтобы ваш КПД и процент побед рос с каждым боем. Всем счастливо!